Сегодня я опять буду играть в китайский бравл. Чё так долго грузит? Какое-то уведомление? А, нифига себе, значок. А чё, раньше не дали? Ну ладно, прикольно. Мне значок изначально забыли почему-то дать. Квесты. В магазин что? Бесплатно? Они серьезно стали... Что? Это что? Это что вообще? Это вообще что за косметика, блин? Что это за мегаящик? Я не понял. Это вообще что? Чё? Как это надевать? Так, я не понял, как это надевать? Как надевать этот мегаящик? Как его надевать? Как надевать мега ящик? Ну-ка, опять сейчас парни возьму. Так. Как надевать, я так и не понял. Ну что, сюда надо взять? Так, я не понял, как его получить? Как получить мне... Как... Ой, не получить, а это... Как выбрать мега ящик? Ё-моё, разработчики везде. Вот! Теперь это на всех проблемах? Нифига себе, давайте на Барли посмотрим. А, так тут на все... Кстати, тут ещё в подарках каких-то что-то... Зайти не могу. Я забрал. Кстати, что я могу купить? Пока вроде бы ничего. Давайте попробуем поиграть. У меня там что, в игре на спине будет ящик тоже? Серьезно, тут в игре на спине мега ящик. Прикольно. Эй, отстань, отстань. Да блин, что он пристал? Да отвалите вы от меня. Я просто прошли за... Они зашали меня в прямом смысле. Ладно, давайте кого-нибудь такого. Давайте эту. Шелли. Нанеси 100 тысяч хп. Давайте, кстати, посмотрим, как это в игре выглядит. Так, сейчас я Барни выберу. Нифига себе! Прикольно! Ну-ка, я всем хочу сделать эту штуку в равнину. Вот такому, а почему я ему не могу? А, ой, я забыла, тут же надо нажать вот сюда. Вот сюда. Так можно еще на него тут. Ну короче, на всех я сделаю лучше. Ну хорошо, что у меня бравлеров мало. Так на макаке можно. У некоторых это выглядит странно, потому что эта штука, некоторых вот она взлетает почему-то. На Розе это вообще странно.
что смеемся. Ooh, you got destroyed! Это типа все с того, что вернули есть? That'll teach you! I will protect you! Так, кстати, какие тут еще квесты есть? Ну, выиграй 8 раз. Ну, попробую. Enjoy the show! I'm a lean, mean projection machine. Почему в игре это куда-то... Будто не в ту сторону. Как это объяснить? Ну, короче, как-то кривовато летит. И что это за гадость? Keep the chain! I'm a lean, mean projection machine! Мегаичка, вообще потихо, сколько ушел. Кстати, теперь что, каждый день тут подарки раздают? Недавно тут раздавали медвежьи. Сейчас будет что-то за день, а завтра что? Кстати, давайте коллекцию посмотрим. А, тут еще какие-то скины. Ни хрена себе! Это что? Офигеть! Это что такое, блин, китайцы? Вы меня удивляете. Вот почему в Бравл вот это не добавляют? Это же шедевр. Нифига себе! Ну теперь Эмс. Вот это, кстати, Эмс. Крылья потолкнули. Оп. Офигеть, я в шоке от разработчиков. Китайского брала. Что это? Не, ну я в шоке вообще. Когда в Браву начнут добавлять такие же скины? Например, вот такой. Keep the bird awesome, souvenir. What's an autograph? Здесь еще что-нибудь новое. Вот, кстати, вот это мне спраут нужен. Три. Понятно. Иконки 19. А, точно. Давайте какую-нибудь купим. У меня только 6 геймов топливо. О, кстати, я что-то там разблокировал. 10 геймов. Теперь 16. Ну, а мне надо 19. Все-таки что это за надпись? Не понял. Это что? Что я нажал? Это какой-то видео. Так, я не понял, это что? Это кто вообще? Почему у него не показываются бойцы? Странно. Очень странно. Блин, жаль, что у меня нет. Ну, вот у меня нет, а есть полкомплект. Так вот, где ты зашелешь? Стоп! Я что, зря делал вот эти штуки? Я же всем правильно сделал. Я что, шели забыл, реально? Нифига себе, это что за гора? Тут, кстати, уже реальные игроки, блин. Проблемка, проблемка. Кроме против реальных игроков, то есть. Эх, я просираю кубку. Ой! Это точно боты? Что? Нет, это не боты, вы это уже реальные. Это что сейчас было? Это что сейчас было? Еще раз. Я что-то не понял. Да, ну давайте кого-нибудь другого выберем.
ранг. У меня только второй ранг. Я могу купить вот эти штуки, но... Нет. Ой. Короче, ладно, давайте иконку попробуем купить. Или я ее пока запью. Нормально, хочу иконку попробовать. Это у меня хреново. Священное яйцо. Супер. Классно, покупаю. Блин, наверное, зря купил священное яйцо. А хотя, по-моему, не зря. Что сделал? Да, это шедевр. Надо еще какой-нибудь потом аватарку купить, только... О, у меня остались 515 гемов, но у меня 0 гемов. Вот это проблема. Большая проблема. Теперь мне вообще, блин... Блин, мне второе какое-то прикольное аватарку. Кстати, у меня гемы еще будут? Да неужели нет? Нет. Не будут. Очень жаль. Но... Ну ничего страшного. Вообще кто? Изыди, а как ты мне это? Да это потуши. Чего мне так лагать стало? Медведи, помоги! А, там два остальных сами помоги. Еще 4 раза выиграть. За Ниту. Твой рюкзак у меня лагает, или из-за чего я не понимаю? Мне пипец сейчас лагает. Медведь, разберись с этим. Медведь, помогай. Ай, он. Скоро очки силы. Кто это? Что это такое? Да что-то включается, блин, когда сюда нажимаешь. Нифига он не помнит. А, булочка, куда ты? Булочка с сосиской. Ух ты, блин. Все, тебе пипец, Вова. Вова. Да, что так лагает? Это все из-за VPN, что ли? О, мы его не двигаем. А, ах ты ж, блин. Все, давайте лучше выйдем. Че, блин, с тем нитка? Еще два раза. Самый бесполезный стардруг из которых вообще тут. Вот в китайском правиле почему-то из них вообще ничего не падает. Я могу не тратить. Нет, я гемы не буду тратить.
выхода. Так что я хочу сделать? Где я тут? Интернет. И крутой значок. Все. Время пострелять будет. Но все еще два раза. Ну, грузись. Нет, нет, отстань, 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 отстань. Что это вообще? Отстань, отстань, нет, медведь, медведь. Давай, ты сможешь, медведь. А что в Китае страны там, блин? У него выход из жестко. Поэтому я выйду. Еще один раз. Пуна-п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 уна. Что такое лагает? Что так лагает? Да у меня жесть как лагает, это просто пипец какой-то. Китайцы, что у вас там с интернетом? Я не понял. И это у меня с интернетом проблемы. Все выйдут. Все, вот. Сделать этот квест. В смысле не хватает? Вы что, прикалываетесь? Я зря вот эти 5 раз? Хотя не зря, но вот. Вот тут и еще 5 раз за жизнь. А где он? Тут уже куку Джесси добавили. В Китае как-то рано в это ее добавили. 22. Сколько? Сколько? 18 мест. Да блин, я не сюда. Я хочу на Диду нажать, чтобы... Почему она на крик нажимается? Я же на Диду. Так, 5 раз выиграть. Where will I put my friend? Да у меня лагает жестко, это, наверное, из-за VPN. Я сейчас пытаюсь еще его отключить. Where will I put my friend? Давай, пойдешь, он не разбился. Не мешай нам. Так, не мешайте нам выигрывать. Все, выиграли быстро. У меня лагает жестко. Сейчас я тебе отключу. Давай, отключайся. Чё? У меня с телефоном... У меня телефон пипец, блин, лагает. Да в смысле? Ок. Я зашёл, блин. Да это жесть. У меня телефон пипец лагает. Я не знаю, почему. Я же не забуду эти видео соединить. Хотя я и не забываю. Я с реальными игроками буду играть против ботов. This could get dangerous. Нет. This
dangerous. Ай, тут ты, блин. Ну все, у них нет шансов. Нету шансов, нету шансов. Спасибо. Но мне все еще лагает. Так это не из-за ВПР? Ну, ничего. Супер. Да ладно, сверху ветку. Это уже что-то новое. Да ладно, редкий. Это уже что-то старое. Очень старое. Да ладно, сверхредкий. Супер рэй. Это уже что-то новое. Что там еще в подарочек? Ну, где новые? Мне показали, что там что-то было. Ну, где же это ваше новое? Офиг, я ухожу отсюда, это что? Ой, сори. Я что-то вспомнил. Так, ты отстань, блин. Ой, сори. Я просто не сдержался. Да ворон, блин. Вы все мне испортили, какашки. Я сам, не помогайте. Так, ну сейчас посмотрим, что нам дадут за 44-й. 1000 монет, круто, круто, круто. Так, это вот оно у меня это. И showtime. Блин, вот я хочу. Я очень хочу хоть одну вот эту. У меня его нету тупо. Я даже хотя бы вот это хочу. Хотя бы вот это. Я хочу крылышки. Короче, надо еще выиграть два раза. Два раза. Кстати, что там мне следующим дадут? Стардроп, вы что, издеваетесь? Зачем он мне? Вопрос, зачем мне этот спортдроп, например, всегда в китайском правле ничего из него не выйдет. И почему у меня вот эта штука не на спине, а где-то... Не знаю. Ну что-то рядом с спиной, не на спине, вот. Вот. Почему он криво вот так вот? Уйди, а? Where will I put my friend? Так, Рима, куда ты прыгаешь?
Он. Но почему звездный игрок Рика, а не я? Я тоже хочу быть звездным игроком. Ой, сори. Катя, что здесь по китайскому ТВ идет? Сейчас посмотрим. Фильм «Цанцун китайцы»? Как там? 35 этих? Ой. Надо было так. Почему 35? По тебе, брат, уже больше. Нет, пекёныш. Беги отсюда. О, блин, и дизлайк кинули. В смысле, минус 8? У меня же не отняли 8 кубков, да? Все, выходи. Да как выйти? Ух, у меня не отняли 8 кубков. Dangerous. Luigi Jam. Bam! 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 Where will I put my friends? Sorry, you. Time to extract him. Что там, блин, происходит? Так. Что ты там обидит? Мэнди! Кэнди! Мэнди! Кэнди! Мэнди! Кэнди! Ой, все, хватит. Я просто вспомнил удаление ящика. Короче, забудь. Так, что там случилось? Спасибо, Кусю. О, нет. Эпический, да ладно, это уже совсем что-то. Это вот прям, ну, новейшее. Ну, что ты на подрочь не помнишь? Какое-то парное. Буду в парном столкновении набивать урон. Чтоб пройти уже этот долбанный бравый пас. Он может быть закончится через 18 часов. Серьезно. Я там посмотрю, может это 18 дней часов, потому что горит красный. А красный горит. А если красный горит, значит осталось недолго. Короче, осталось, наверное, 18 часов, так что надо. Как я не успею? Легендарно. Да блин! Как играть? Тарас! Вали! Бейся, ты тебя пипать. Вообще играть не умею! Да блин, за Джесси невозможно играть. Я только 8000 рублей не смог нанести. А, стоп, так у меня же еще Брок? Так у меня его даже нет. А, есть! Так мне получается. Ящики, ящики, скоро будут ящики. Ну, надеюсь, на этот раз там будет два предмета наконец. Вообще ничего не падает. Let's do this. Oh!
скольких убил. Сколько это у них времени? 10 000. Let's do this. Боже, будет открытие ящика. Да, мне как раз хватит на один ящик. Вот хотя бы один. Ой, хотя бы два, хотя бы два, хотя бы два, хотя бы два. Два? Что? Мне что-то сейчас выпадет. Жить? Ну, нормально. Держаки выпало. Прикольно. А вот он, ловили мега ящики. Теперь Джеки с мега ящиком. Кстати, сколько мне еще там дадут? Еще. Мне еще, если я пройду весь бровопас, мне еще на один ящик будет хватить. Вот такое ощущение, будто мне сейчас что-то надо сделать. А я не помню, что надо сделать. Что-то прям срочное. Что я хотела сделать или что-то мне надо было сделать, но не помню, что. Прям такое только что ощущение было. Все, не хорошо. Ну, реально странно. Как-то что будто что-то надо было сделать, я сам не помню, что надо было сделать. Сама вот без меня все забрала. Котлета, блин. Фига себе. В китайском правлике киберзаряд. А, там 500. Ура. Еще 3000. Но для этого, конечно же, я возьму дуло, потому что он уносит 3000. Вот это фига. You want a ball? Look. Don't mess with the ball! And stay down! Кстати, сколько здесь легендарных скинов? Вдруг тут есть какие-то старые? Нет, тоже 18. Этих тоже 13. 66, 35. Жаль, конечно, но... А ничего страшного! Я же было хотел выбрать. О, да, да! Все. Иду набивать 30 с чем-то тысяч урона. Don't mess with the ball. You wanna brawl? Hello, hello, hello. Так, ты пока там иди, а я сейчас разбираться буду. Ты, блин, ты все испортила, какаха. Если тебе квест не выпал. Сколько это? Все там вот и поубивались сами по себе и все. Так, вот они опять сейчас сами поубиваются. Мне ничего не оставить. Хотя нет, не так уж и сильно поубивали, как в прошлый раз. Минус сосисочка. В смысле мне 200 только дадут? Вы что, издеваетесь? 200? Вы серьезно? То есть я ради этого... Ладно, давайте...
сделала борщ. Вот мне борщ напарить. И выберем локацию для борщки. На видео. Так, тут какой-то бас. Ой, ё-моё. Чё тут так? Ангелочек. Кот. Симба младший. Вот. Да блин, тут эти чё? Сзади мешают. Это вообще не хотел. Все, я создам свой сервер, чтобы никого не было, никто не мешал. Давайте выберем лучше такой. Так, где тут игровые автоматы? Эти. Нет, давайте что-нибудь. Вот давайте сначала вот это. Несколько вариантов сделаем. Для превью. Или все-таки же. Вот это. По-моему, вот это лучше. Ну все, ребят. Всем пока. С вами был Русский Пельмень. Все, всем пока.